Так, ну вот мы, Сережа уперся, мост развалился. Там бревно, Сереж, перед тобой. Бревно. Не-не, Сереж, там большое бревно, туда надо правее брать. Да, да. Больше радиус туда и за деревья. Да я не поеду по мосту. Нет, смотри, Ванюк. Да неинтересно. Так, Сережа в объезд поехал. Я про что и говорю, что горячий. Ну, блядь, ну ты здесь ты пройдешь. Не ругайся матом. А я не дурак ты? Чё там, Серёг? Всё. Надя, я какую-то в яму ебал. И чё, не едет? Бля, она в пол колеса упала, я просто боюсь. Да давай, дай пол, ну чё? Ну ножками походи. Какой-то... Где вы хотите проезжать? Тут вообще... Да, тут каешь вообще. Стой, 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 стой. Вот так по диагонали надо. Руль прямо сделай. Все. Да все. Это все. Это фиаско. Я вам говорю. Руль прямо сделай, погнал. Да не, Серег, еще можно. Давай. Можно. Не, да. Если вот эту доску вот Серег, положить, то, в принципе, Серег, можно. Давай, давай. Вперед-назад, она сейчас заскочит передними, и нормально. Ладно, мы поехали. Поедим пока. Ну, и как в лучших традициях, кто пьет, мы оставляем своего друга и пьем. Да, там ям. Бугорчик такой. Вот, не на тормоз. Вот, я там точно не поеду. Ну что? Все, туши. Давай не дёгу. Если руль попробовать прямо сделать. Так я и говорю, руль прямо надо было сделать. Да, блядь, сделай. Ты сейчас поедешь, сделаешь. Серёг, давай. Она, блядь, она, мне кажется, под 90 градусов сейчас торчит. Это пиздец. Хорош орать матом. Говори, дядя Лёня. Дядя Лёня. Давай левётка разматывай. Она под 90 стоит сейчас. Прям я смотрю, она очень круто стоит. Проще по мосту, понимаешь, по мосту упасть, но тебя вытащил. Сейчас не перепрыгнул. А там нигде дальше нельзя в другом месте еще объехать? Нет. Нет? А что ты говоришь, ты не поедешь? Ну вот он сейчас перескочит сюда и все. Ну я по мосту тогда поеду. Конечно по мосту! Конечно по мосту, Рустам! А как по-другому-то? Не, ну я просто вот доску теперь нашел. Я тебе говорю, Рустам, нужно ехать по мосту. Мы тебя вытащим, если что, назад, блин. Нет, блин, один. А давай еще. И вот, давай вон там вот. Или вот здесь, правда, здесь гораздо лучше. Не, Вань, надо было просто порезче.
Поречье. Да. Я здесь поеду. Мост он там оставляет. Будет, Рустам, будет два моста. Давай, давай, давай. Серег, подожди, давай, сейчас он проедет. Может, тебя дернет проще, да и все. Тебе сейчас, надо чуть-чуть, не хватает. Сереж, сейчас прям. Там реально чуть-чуть. Не, если... Ты почти выскочил. Чудило сейчас. Сюда шарахнет. Я, короче, разворачиваюсь и уезжаю. Ваня, можно я с тобой? Наши покатушки здесь прямо останутся. Не-не-не, все нормально будет. Кстати, кирпичики надо взять для мангала разжигать, хорошие. О, красава вообще. Я там штырья. Тихо. Матом не ругайтесь, задолбали. Так, дядя Леня. Стой, стой, то колесо мимо идет. Назад, иди назад. Мы выбираем эту колею или что? Нет. Вот эту? Конечно. Вот эту? Нет, вон ту. Нет, это колесо у тебя будет на этой колее. Ты не умещаешь. Да. Хотя подожди. Вот здесь... понимаешь, здесь лучше здесь, потому что здесь больше дров. Ну да, здесь. Давай здесь. Там мы больше наломаем. Давай здесь иди. Здесь мы больше дров половаем. Тогда действительно. Вон ту перекидывай доску. Давай, езжай. Мне кажется, это очень плохая идея, потому что... Но мне, чтобы стоять, особо на нем долго не стоять. Езжай. Ну ладно, давайте тогда три попытки. Один там проехал, встрял, один здесь. Смотри. Сейчас провалится. Ну а я же тогда в это болото залезу. Мост крепкий. Еще! Еще! Ровно, много. Куда? Нет, еще говорю! Да куда еще? Еще! Все, пошел! Сейчас заднее. Давай! Вот доску нормально? Все, пошел! Чоп! Вот и все. Кто молодец? Учись, Сережа! Рустам, стой! Давай его дернем. Рустам, давай его дернем. Слушай, мы кашпуру выдернем. А пятки? Это поганка. А пятки? Таких наешься грибов. Давай. Ему чуть-чуть надо. Он начнет вперед, ты его подхватишь и дернешь. Ну да, я его буду натягивать. Вытягивай ведемчик. Давай, у тебя там в это, Серег, ведемчик. У тебя размотанный трос. Какой, там? Да. Который в этот. У меня шакал нету. У меня есть. Давай, я тебе так. Надо в любом случае, я думаю, что колеса закручиваю. Ладно, пока паузу поставлю. Это вообще весело. Это месиво! Это таежная вообще тундра нахрен, блин. Блин, это... Короче, камера этого не передает. Это просто вообще. Это зло. И все, и ты встал, смотри. Смотри, все. Слушай, ну бодро. Очень бодро. Прям бодро!
это просто трэш. Нива рулит. Не, она не цепляет передом. Вань, она передом не цепляет. Все. И все. Ну, теперь все. Ha ha ha.